сходить. Работаем, ребята. Готовые к новой, уже взрослой жизни, ребята и девчата слышат свой последний звонок в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер один. Целые 10 лет мальчишки и девчонки бежали на уроки под музыку из советского кинематографа. Здесь и подмосковные вечера, и ария Шерлока Холмса, и синий платочек, и даже в гостях у сказки. Теперь уже не подергают за косички, не заставят переписывать контрольную и не поставят двойку. Сегодня учителя будут плакать. Наконец-то и родители будут плакать. Легкая грусть. Конечно, тоска все равно. Да. Очень весело здесь было. 11 лет родителей. Ну, здесь да, незаметно, конечно, как камень сердца. У кого как. У меня 50 на 50. И грусть, и весело. Вроде весело, что ты входишь в новую такую взрослую жизнь, но и грустно, что вот это вот все время, когда там утром топал на учебу. Больше никто тебе не будет писать, где задание. Пусть и с капелькой грусти, и даже со слезинкой на глазах, но это все же большой праздник для молодых людей. И настроение праздничное. С ним они отправились в свое плавание на последнем звонке в любимой школе. На прощание организовали для любимых учителей и воспитателей настоящий концерт и пригласили на него родителей. Сегодня мы хотим выразить вам слова благодарности. В этом году наш праздник проходит под лозунгом «К берегам мечты». И это не случайно, потому что сегодня выпускники 11 класса завершают свое многолетнее плавание по океану знаний и подплывают в гавани школьных экзаменов и расставаний. Следующий круиз будет называться «Взрослая самостоятельная жизнь». Мне очень приятно руководить таким кораблем. Только сегодня праздник, он и радостный, и где-то грустный. Всегда грустно расставаться. Их ждет большая жизнь. Я желаю им, самое главное, оставаться людьми, добиться всех тех успехов, которые они мечтают только добиться, здоровья, удачи и, самое главное, наверное, в начале удачи в тех экзаменах, которые они будут сдавать. Это итог всей учебы в школе. С праздником вас всех, друзья! Слезы на щеках плачут все выпускники, аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Ребята осознанно готовятся к экзаменам, как они осознанно выбрали себе те экзамены, которые они собираются сдавать. Хочется верить, что именно эти ребята. Каждый год самый хороший. Знаете, ребята найдут свою самую лучшую дорогу. Ребята уже не просто мечтают, у них есть четкие планы и цели, которые они неистово стремятся воплотить в жизнь. И, конечно, видеть, как будущее горит в глазах уже взрослых воспитанников – большая радость и гордость для Московского училища Олимпийского резерва номер один. Ну, тяжелая жизнь. Это имеется в виду то, что сейчас трудности сдачи экзаменов и поступления в университет. И весело, и грустно. Те же чувства и у педагогов. Ведь они снова и снова каждый год отправляют в свободный полет своих птенцов. 10 лет кропотливого труда и теперь ответственны за будущее этих ребят. Только в руках их самих.